Здравствуй, страна. Суббота, 11 февраля. Смотрите, температура где-то минус 8. Видите, какая она вязкая, такая жидкая сметана. Вот так вот, минус 8. Еще и вонючая. Ладно. Куром отколотил чеплашку ото льда. Она ночью вся замерзает. Это подливая, она намерзает. Но они лед это смотрят, им нравится. Хотя я налил уже воды туда свежей. Пейте. Но ищут лед. Может, во льду еще какие-нибудь соринки застряли, замерзшие. Ничего, скоро весна придет. А у нас пошел снег. Здравствуй, страна. Опять зима возвращается. Такими большими хлопьями ложится снег. Здравствуй, страна. О, еще жиденькая, минус 5. Все прогнозы поменялись. У нас снега навалило. Ну, как навалило, в смысле, не так много, но... двери замерзли. Пришлось брать ведро с горячей водой, с теплой, поливать. Потому что двери все замерзли. Ядрени фени. Вот сейчас оттаяли после ведра. Прям открываешь и не открывается. Все. Когда закончится эта зима? Надоело уже. Постоянно. Вот. Солнышко чуть пригрело, но вот было, да? И сейчас я посмотрел прогноз полностью до конца февраля. 0, минус там 3, 5, 0. То есть температура выше не поднимается. Хотя был прогноз, что там будет тепло. Ничего подобного. Я думаю, что и март такой же бестолковый будет. Все замерзло. Правда, ветер перестал дуть. Но сегодня будет. Да, шашлыков мы не жарили давно. Надо будет как-нибудь. Итак, мы в Ейске. Сегодня, конечно, холодно. Солнышко чуть-чуть притапливает. Где-то снежок лежит, а где-то подтаивает. Понедельник. 13 февраля. Здравствуй, страна. Вторник. Снег. Снег, ветер. Но я не скажу, что холодно. Где-то минус 1-0 градусов. Ну, минус 1, конечно, потому что снег лежит. Погода пасмурная. Весь день будет пасмурная, посмотрел. Сейчас Ксюху в школу отвезу, потому что мне тоже надо будет тут по станице помотаться. Эх, февраль, февраль. Какой же ты нудный, а? Противный, блин.
Вот такая вот погодочка. Снег. Все, друзья, зима. Зима. Сейчас заеду к Саше, дирижеру. Там ему пилку смазать. Заодно покажу вам пилку, которую приобрел он для дерева. Ну вот, эти снег капитально пошел. Дороги все вообще замело капитально. Грязные, добавок ко всему. К Сашке пришел. Смотрите, значит, пускай Саша сам. Ну, да. Инструмент у него просто шина покороче. Ну, да. Вот. И немножко мотор другого типа. Величие. Вот. Ну, то, что себе такую вот штучку купил. Чуть поменьше. Доволен. Капитально. Смотри, говорит, какой снег идет. Я, говорит, сейчас по снегу шел, по сугробам прямо вон резал вот эти штуки. Что, хочешь порезать? Да. Что, пойдем посмотрим? Ну, сейчас пойдем. Он решил показать, как она пилит. Так, у нас тут мастерская маленькая. ВДшка, но ВДшка она не смазка, конечно. Он ждет масло специальное, которая вот такие вот ветки он хочет пилить, друзья мои. Вот такая вот повалил. Надо сказать, что он такая толстенькая. Моя, конечно, бы перепилила легко. Сейчас его перепилит. Погода сегодня отвратительная просто. Это как раз будет на растопку, да? Да. Вот. Вот для того и существуют вот эти мини-пилы. Для того, чтобы потом... Вот таким вот образом будет. А вот эти мелкие ветки уже можно обрубать этим, мачетой, ну, чтобы не мучиться вот такими. Ну, конечно, это можно. Потому что мачетой перерубать такое дерево, это долгая история. Можно и этим, как его, сучкорезом. Да, можно. Кстати, а ты в курсе, что есть вообще сучкорез на аккумуляторе? Да, вот я такой видел на Алиэкспресс. Да. Прямо такой клещи довольно мощные вставляются аккумулятор. Вот такой вот. Вот такой. А вот у него есть такой, который высоко он, надо. Да, он этот самый какой, телескопический. Телескопическая идет, ручка, да, и он туда. Но у тебя сучкорез, он здесь где, сам нож? Сам нож, вот здесь вот. Вон он. Вот. А, вот под скобой, да, вот он, раз, на веревочку так, потянул. Да, да, да. Но да, это да. Сучи не такие толстые, конечно. Допустим, как вот я показал, что мне надо отпилить, он не перерубит, естественно. Ну, он, как тебе сказать... Ну, вот как вот ты сейчас вот ветку сейчас пилил, он ну, же не... Ну, конечно. Вот примерно такую же мне надо с дерева спилить. Нет. Он... Вот примерно, скажем, вот такую ветку вот. Ну, отрубит. Этот сам, нет, ну вот такую уже отрубит. Вот да, такую отрубит. Такую. А вот такую уже нет. Нет, такую нет. Такую это уже нет. Это уже нет. Чрезмерно. Это не для него. Вот это вот, он пойдет, вот это, допустим. Это вот. Да, ну вот это да. Это вот когда вот, да, да, у нас есть. Не надо мачете, раз, просто тут аккумуляторный, он помощнее. Есть еще, да, такой аккумулятор можно купить. Там такой крюк, большой такой, да, клюв у него. Уже. Да. А, и все, их можно вот. Все, а это он готовит, потом сейчас отделит все это дело, достанет свою любимую терку электрическую и сделает смузи для коз. Ну ладно. Это я буду для деревьев, можно штамбить, обкладывать. Забери на морозе, не оставляй, на холоде. Они, конечно, ничего, они до минус 10, да, но в любом случае. Да. Ну а так, он я тут подпилил. Да, все правильно. Шелковицу тоже, как говорится.
немножко. Ну, надо все равно там залезать, вот там видишь, много ее. А, ну да, вот эти вот все ветки длинные, да, шелковица очень быстро, быстро растет. Очень, вот недавно, это 2 года назад, все полностью вот так вот я отчекрыжил. И смотри, это какая. Вот какая стала. Большая стала. Да. И вот эта, вот, видишь, запущенная, тоже надо. Да. Это лыча тоже надо будет. Да. Все. Погода у нас теплая, но... Так, добрался до дому. Ветер. Ветки ветками колышет. Короче, вот я подумал сейчас, пока ехал, да, думаю, зима хорошо, что такая была. Почему? Потому что были морозные дни и не было снега. Это значит, что вот эти все насекомые вредители, по ним хорошо вдарило морозом. Они наверняка проморозились до самых костей. Вот. До самой хитиновой оболочки, можно сказать. А потом падает сейчас снег в феврале. Это тоже хорошо, потому что он сейчас подпитывает землю водой и предохраняет растения все-таки от какого-то там не было мороза. Сейчас ветер такой, что сдувает просто. Поэтому это очень замечательно, что так все получилось. Сейчас получается по температуре типа плюс один, но в то же время снег перестал идти, но лежит тот, который выпал. И он такой, вот видите, наст мокрый. Сейчас все будет капать. Такие пироги. Ладно. Ну все. Зима у нас. Засыпало все снегом. Завьюжило.